Всем добрый вечер. Вы находитесь на канале Тихий Уголок. И сегодня у нас проверка яиц на воскопирование. Сегодня у нас 15-й день. Температура по-прежнему стоит 37,8. Недавно мы вот добавляли в одну бутылочку водички. А сегодня у нас во второй закончилась водичка. Сейчас мы наберем и поставим. Потом выключим свет и проверим на воскопирование с помощью фонарика. Ну вот мы поставили водичку. И вот с сегодняшнего и завтрашнего дня мы должны уже дважды, раза в сутки охлаждать где-то по 15-20 минут наши яйца. Мы будем сейчас открывать, заодно как бы будет охлаждение и проверка. Так что оставайтесь с нами, смотрите далее. Все, открываем. Все, поехали. Давай, крайний ряд, смотрим. Есть. Там что-то есть, да, темненькое, хорошенькое. Замечательно. Есть следующее. Есть. Тоже есть. Так вроде бы. Да, да. Есть. Полосы. Тоже есть. Есть. Тоже есть. Это есть. Да, тоже есть. Это легорн. Есть. Тоже есть, да, следующий. Горны пошли. Тоже есть. Нормально. Тоже нормально. Нормально. Есть там паутинка. Паутинка есть. Вот, похоже, как свежак. Нет, есть. Есть, да? Вон, вижу, есть какие-то. Ну, посмотрим дальше. Вот свежак. Да, это вот не плод. Мы сейчас пометим его. Не плод. Не плод, да. Да. Нарисуем. Там тоже похоже, что это есть, но не очень. Не очень. Да нет, видно, что не плод. Давай следующий. Есть темная. Тоже не оплод. Тоже не оплод. Темная. Тут тоже есть веночки. Есть. 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 Четко видно, есть. Тоже вена есть. Вена есть, но как дальше пойдет развиваться? Не оплод. Да. Это что, все три находятся, не было. Четыре. Да, четыре. Есть. Поехали дальше. Поехали дальше. Темненько. Ну вот это тоже по подозрениям. Там есть вены, но. Ну, оставим, да. А это вообще темное. О, а там зародыш ползает, виден даже. Да, 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 даже да, виден. Да, вам поехали. Виден, там нет. Темная. Это подозрительное, ничего там нету. Не этот, не болтин. Я вот так и. Осторожно. Галочку. И все проверить. О, как вены видны хорошо. Видно вам, нет там. Тоже видно вены хорошо. Видно. Отлично. Дальше так. Это не оплод.
Рядом прям. Отлично. Есть, есть. Следующий есть. 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 Тоже есть. Тоже вены видны. Отлично, вены видны. Отлично, вены видны. И дальше он еще. Где? Вон дальше, за. Вот эти? За, вот они. А, одно. Темное. С венами. Отлично. Итого у меня плод у нас. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Итого вот у нас 7 неоплод из 69, кажется, 69. Да? 69, да. Это вполне нормальное явление. Так что, ребят, через где-то неделю не будем мы выбирать неоплод, так как в лотке уложены яйца, переложены они всякими губками, это нужно будет по новой делать переукладку. К моменту, когда произойдет вылупление, заранее мы выберем эти яйца и тогда их разложим. А сейчас температура постепенно восстанавливается, 37,5, еще немножко осталось, 37,8. Переворот у нас наступит через час 9 минут. Водичка везде есть. Значит, влажность у нас подается. Через неделю где-то будем смотреть результат вывода. Оставайтесь с нами. Смотрите. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока-пока. Всем пока-пока.